В Алаторской центральной районной больнице скоро заработает современный компьютерный томограф. На его приобретение и установку из республиканского бюджета выделили около 70 миллионов рублей. Новое оборудование, которое необходимо прежде всего для диагностики осложнений ковида, показали руководителю рабочей группы оперштаба по коронавирусу Али Салаевой. Почему дорогостоящий томограф получил именно этот муниципалитет? И смогут ли жители близлежащих районов тоже пройти на нем диагностику, узнала моя коллега Вероника Павлова. В мае прошлого года в Алаторской ЦРБ открылся ковидный центр. Он обслуживает южные районы Чувашии. Через него на сегодняшний день прошли почти 3000 человек. Только вот дилемма. Своего томографа-то в больнице не было. И пациентов возили в Батрево, чтобы там определить степень поражения легких на КТ. Теперь утруждать дальними поездками больных не придется, причем не только ковидных пациентов. Свой собственный, а самое главное, самый современный компьютерный томограф Чувашии появился в Алатре. Он единственный, который 128-срезовый, позволяет будет посмотреть внутри организма полностью. Первое – это онкология, сердечно-сосудистые заболевания, костную систему. АЛЛАТРА сегодня самая дальняя точка нашей республики. Насколько важна была установка компьютерного томографа, который позволит на ранней стадии, своевременно, в рамках ОМС, то есть совершенно бесплатно для жителей не только АЛЛАТРА, но и соседних районов, определять заболеваемость, делать КТ. На покупку компьютерного томографа по поручению главы Чувашии из республиканского бюджета выделили 58 миллионов рублей. Еще 11 потратили на то, чтобы подготовить помещение для установки медоборудования. А оно, кстати, находится в хирургическом корпусе. А это значит, что пациентов с различными травмами будет удобнее доставлять на обследование. На крайний случай буквально рядом вертолетная площадка. Если здесь на этом уровне не получается помочь нашему пациенту, конечно же, он автоматически уже дообследован и будет перенаправляться в столицу города Чебоксары для того, чтобы уже специалисты ждали непосредственно чуть ли не в операционной реанимации этого пациента, зная о том, что уже диагностика проведена. Подобным компьютерным томографом в следующем году планируют оснастить еще одно медучреждение. Правда, не районное, а столичное. Повезет второй городской больнице. А в Алаторской пока осваивают новое оборудование. Специалистам предстоит разобрать еще немало коробок, чтобы подготовить компьютерный томограф к работе. 2 сентября здесь все должно быть готово. Но это не значит, что пациентов начнут принимать в тот же день. Медперсонал должен пройти еще обучение. Вероника Павлова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.